Работа на орбите. Мерцая в бликах солнечного света, на небосклоне вычертив маршрут, летит над миром новая планета, космическая станция «Салют». Полет проходит точно по расчету, весь экипаж здоров на корабле. Он выполняет важную работу для всех людей, живущих на Земле. Готовит сплав, выращивает всходы, по звездам корректирует полет и службе предсказания погоды космические справки выдает. Допустим, смерч возник над островами, и космонавт радирует с высот. Над океаном движется цунами, на островах в опасности народ. А послезавтра в космосе открытом эксперимент проводит экипаж. Об этом нам с неведомой орбиты прямой покажут телерепортаж. Рискованна работа и опасна, но даже в ситуации такой нам командир объявит: все в порядке, и улыбнется, помахав рукой.